заказ. Выбираем, чтобы взять поесть. Сейчас будем красить яйца. Mine is the best, eh? Come on, look at him, eh? Ну что, мы закончили с покраской яиц, и теперь я пришла домой, немножко уставшая, но очень довольна, что наконец-таки спустя уже где-то 3 года я красила яйца. И идей, наверное, у меня было не так много, но мне очень понравилась идея с миньонами и Angry Birds. В результате я воплотила их в реальность. Всем ребятам, которые принимали участие в этом проекте, огромное спасибо. Как говорится, handmade штуки всегда в тренде. Я, кстати, тоже недавно совсем сделала вот такую вот вещь. Мне кажется, очень интересно. Это буковка. И на буковке разные фотографии из моей жизни. В следующем видео я просто сделаю DIY-шку. LG is cooking. Сегодня готовит LG. What are you cooking, dear? I'm not really cooking. I'm just putting the food so you can eat. Угадайте, кто ко мне приехал? Что за эй? Вот так. Девушка, с которой мы не виделись. Сколько? 4 года? 5 лет? 5 лет. Целых 5 лет. Вообще-то, наоборот, ты ко мне приехала, а не я к тебе. Я еще что-то сказала, что ты я к тебе или сказала, ты ко мне? Сказала, угадайте, кто ко мне приехал. Так ты ко мне домой же приехала? Да, но ты она ко мне домой приехала. Короче, я была в гостях у своей подруги. Было очень вообще просто замечательное время, я за это очень благодарна. Действительно, ощущение дома. Да, мы идем смотреть сейчас кино в зал, который арендовали наши друзья. Будем смотреть. He's not for this video. I know. What's that?